Короче. Ты не спеши, понял, пока по этой. Смотри, выбираешь сначала первый вопрос, не нажимаешь там снизу продолжить, понял? Максим, я все сдал, я тебе сейчас еще раз наизусть их пройду, смотри, продолжи. Ну давай. Максимальная скорость по городу 60, далее, за городом 120, далее, завести двигатель, двойка, далее, двигаться по правой полосе, обгон по левой, дальше, да. Поздравляем, вы прошли, далее практические занятия, да, продолжить. Да, да, да. Все. Я появился в машине. Хорошо, смотри, зажимай Б сначала. Продолжить, подожди. Зажми Б сначала. Я зажал Б. Пристегнулся, да? Да. Зажимай двойку. Зажал. Так. Нажми сначала влево-вправо, там же тебе пишется сначала, что нужно сделать. Влево-вправо. Потом ZX. ZX. Что тебе прям сверху пишет? Ничего, просто появился указатель, на который мне надо ехать. Вот, на него теперь едь. Еду. Включаю поворотник. Еду дальше. Вырубил поворотник. Не, не надо, не включай их больше. Все, это уже бред. А там за мной уже кто-то. Так, красный свет. Да проезжай. Зеленый. Поехали дальше. Если бы оно еще не подфризивало. А ты что, за мной едешь? Алло. Да. Так. Бля, у меня что-то в натуре так жестко сейчас фризит. Ну, я стал. Теперь куда ты встал? Ну, на отметину. Ну, разворачивайся задом, вон все, туда. Все, понял. Вот что это за дебил? Тоже направо сдает. Так, теперь что? Ну, по отметочкам едь. А, не все еще, тю. Все, я увидел просто. Я завтык. Ты ж так еще парканулся красиво, чтобы я тебя чуть в жопу не въехал. А. Стой. А, да, ты засрал. Нет, а ты ж можешь пройти через... Тебе ж машина не помеха, понял? Ты ж не можешь ехать. А я уже понял. Теперь что? Ну, прямо вперед. А, надо было сначала на пятачок заехать, типа. Да. Сейчас ты там выедешь на городскую трассу. Вот сейчас, да, по-моему. А или нет? Жига такая резкая, прям капец. Так, теперь поворотник включить надо? Не надо поворотники вообще включать. Слушай, ты можешь не ломать ничего? Не могу. О, все, ты выезжаешь за город. А там можешь вообще всякую дичь, там топи на всю, понял? Вообще можешь топить. И что, мне свободный полет или что? Ну, там показываются тебе отметки, все равно, куда ехать. Да, я понял. Вот еще один на такой же бэхе смотра. Да ее надо сейчас поехать в тюнячку. Ой, дебил этот пристал ко мне уже, олень. Слушай, что у меня за бредятина по радио играет? Я не знаю, нажми R. Ох, ты что, рэпчинка такая. Просто помнишь, те, что мы играли, там мне писало сверху, типа там, заведи, там еще что-то. Ну понятно. Тут прям, боже, этих учебок сколько. Бля. Скорых столько же. Я увидел. Я уже увидел, когда он насквозь через меня проехал. Я аж всрался, блин. И так долго катать по городу? А нет.
Ой, А это ты что еле там, нашел. сзади меня едешь? Только еле нашел тебя. А, угу. Блин, а. А, тут все на этом повороте. Чё, жига вообще пойдет в натуре класс. Та, ты слабак, чувак, я на ручничке вошел, как истинный бро. А, так я именно вокруг по кварталу катаюсь, я так понял. Ну там чуть-чуть, да. Ну там чуть-чуть, да. Такие тюнячки тут, ёпт. О, ретардер. Стой! Вот этот парень, он очень плохо поступает. Знаешь почему? Почему? Он девушку подрезает. Как и ты, тварь. Ага, это ж ты там за бубеночку. Я ж твоя девочка, да? Пошел ты. Ну чё, Брейн всегда за женского пола играет во всех GTA-шках. Ничего ж, не умер. Ну то я за Бабету побегаю. А, смотри, А. там надо тебе показывается, куда заехать и припарковать автомобиль. Ну, я понял. Я стал. Поздравляем, вы успешно сдали. Удачи на дорогах. Завершить. Окей. Ну чё? А дверь закрыть, блядь. Как? Выйди, зайди. Не надо. Погнали в тюнячку уже. Так, а в тенячку это у нас куда здесь? Налево поворачивай. Господи, вот это лажит сервер. Макс, что ты делаешь? Да погоди. Да она неуправляемая, блядь, Куда ты конкретно. едешь? Я и знаю, куда я еду. Да нет, ты думаешь за ту старую тюнячку? Не, ты что гонишь? А за какую? Все по-другому уже. А, вот ту, что внизу в частном секторе там, я понял. Тут же на карте только отмечено, тут одна или две Ну их. вот, справа, сейчас направо поворачиваю. Ну я понял, ну то, что в старой GTA-шке была для суперкаров. Это Ну что, да. все этот, все бунгало продаются, да? Ну эти, по-моему, да. Ну они же зелененькие, типа. Смотри, олень. Потому что смотра у тебя наклеена. Да я сейчас его уберу. Ну, радар. Ну вот это ждает, Да, теперь я буду. понял. Тушись, гасись. Сбрасывайся, yes, because, да. Ух ты. Так, колеса нам не надо сейчас. А чё я в воздухе с машиной вишу? Это я не знаю. А, ну потому что я ж в ателье. Наверное, Блин, Антон, мы не туда приехали на самом деле. я выходить не буду, да? Можешь не выходить. Это капец. Мы не туда приехали. Надо на автосалон, да? Нет. Чё это без заводить давай? А куда нам надо? Надо в покрасочную. Блять, я штраф заработал обратно. Ёбки, сука. В покрасочную? Да. О, на К открытая стоит. Да, я туда сяду. Где ты акул увидел? Да как? Чё я не могу выйти, Потому слушай? что я машину закрыл. Вон АК стоит, смотри. Я уже отстегнулся. О, все, глянь. А, там черт сидит, Да понятно. выкидывай его, иди. На за мою, на за руль садись, Да Бэхи. подожди ты. Пошел Там нахуй. Антончик сидит. Как там, К закрыться, да? Да. Ну, А он сейчас у тебя заберет автомобиль, в Антон. смысле? Ну сейчас посмотришь. Сейчас ты такой едешь, едешь, вроде на машине, а вроде хуяк уже не едешь его. Воу-воу. Да. Круто. Ладно, а ну дай я за твою карету сяду, хоть прочувствую. Шик блеск, шикардос. Ну, давай выходи. А, я. Я тебе сейчас буду говорить, куда ехать, а ты будешь ехать. Лень. Я же так же само могу забрать машину. Да я понял, сейчас. На, падай.
Да, она в натуре дурная. И тоже К нажми. Я нажал. И приснегнулся. Командуй. А, блядь, вернись в тюнинг туда. Я поставлю, чтоб не пищало заглушки вот эти вот. На ремни безопасности, чтобы не надо было постоянно при... Слушай. Что такое? Я ж тебе говорил, он. Не гони здесь, не гони. Я не гоню. Мне... А ну дай я сяду, потому что ты не сделаешь. Сейчас я отстегнусь. Как выйти? F. Окей. А, F. А, я J нажимал. Баран. Короче, ставь заглушки, я чтобы не этот... Да, не быть в воздухе, я лучше в пикап залезу. Так, запчасти. Заглушки, мне безопасно. Что такое? Что ты делаешь, придурок? Ты с типом уехал? Давай. Все, пока, Антон. В смысле пока? Я уже здесь. Мне просто его крыша не понравилась. Я решил брихтовочно-покрасочные работы сделать. Я тебя не вижу, Антон. Я тоже. Тут скорый перекресток был, я понял. Вот я уже здесь, бекос, да. Погнали. Ты заглушки поставил? Да, можно не пристегиваться. Окей. Так, короче, смотри, я тебе сейчас буду говорить, куда ехать, а ты будешь ехать. Стоп. Давай сейчас направо. Направо, направо. В смысле, а чё, прямо, чё, прямо, чё это прямо. Мы переднеприводные, я не понял. Заднеприводные. Сейчас будет налево поворот. Окей. Прямо? Да, я скажу, когда направо. Не, ну так ты не за квартал скажи хотя бы, чтобы я понял. Она сейчас ждет... направо, сейчас будет. Не, следующий. Блядь. Так и скажи, что следующий. Следующий направо. Ну тут налево я сам пойму. Направо, сейчас будет. Угу. Да, и как-то такая... на магистральную эту спрыгни, понял? Вот сейчас налево, спрыгивай. Это не ЖДХ, разве нет? Блять, надо как-то туда запрыгнуть. Чувак, как... Да нет, ты просто запрыгни на вот эту вот трассу. Отбойник. Так, блять, на, искать, на. Спустись немножко, разгонись и запрыгни туда. Я понял, сейчас. О, красава, залетел. О, шикарно. Машину ремонтировать, букву R нажимай английскую. Нажал. Все. Так, теперь едь прямо тупо по этой дыре. На. Ты... Ну и мы сейчас направо поворачиваем. Ну, налево вообще-то. Серьезно? Да. Угу. Блять, ну развернешься там. Мы же по встречке ехали. Не, я не развернусь, я тут сейчас поверну. Он сейчас налево, да. Да. Ага. Сейчас все будет налево. Ну, он жетер, смотри, какой. Сейчас все будет налево. Не, я себе эту машину точно не хочу. Я понял, куда. Я понял, куда, только как мы туда заедем. Это ж если бы да, то сильно ж да его сделать тоже, да. Блять, ну у меня денег осталось 400 бачей, поэтому... О, у меня уже пропало все с капота. Нет наклейки. У меня есть. Ну вот эта тюнячка, да, слева? Покраска. Не, нам совсем другой город. А, в другой где город? Где ты там покраску увидел? Слева, вот. А ну подожди. Чувак, ну не гони бесов. Рядом автосалон, вот мы же стоим. Погоди, я сейчас тебе скажу, что это. Автошкола это. Мы здесь чё, нет. Мы в разных интернет-плоскостях едем? Том, ты что, гонишь? Почему нет, у меня никакой... есть наклейка? Вот мы сейчас стоим или едем? Мы сейчас стоим. Что я сейчас делаю? Зажал на одном месте газую, готовишь. Да? Да. Слева ты видишь эту? Да, Антон, это не то, что ты думаешь вообще. Здесь надо на карте смотреть. Я тебя здесь проверял нету. Вообще, я на карте смотрел. Я ж думаю, что ты тут увидел? Я она... просто тут ты увидел. Ты смотри, потому что там сейчас будет. Мотоциклист?
Ничего страшного, я люблю с детства Ляп. их. Ну вот это некрасиво, ты поступил Это на ты олень, потому что 220-м. ты Это по он по встречному. моей встречке ехал. Тормози, тормози. Ты мне не чеши, бо я правила знаю, вот иду. Так, я тебе сейчас буду говорить, Да куда я нам... знаю, как в город ехать. Да не надо мне в город. Ну, в город туда. Ты только что сказал, что нам в другой город. Сейчас Да, уже ну не надо тогда... нам город. Город-то в город, да. Ты определись по Иди-ка жизни ты, да? вообще, а? Ты куда мы едем, ты мне Бля, морочишь. вот. Все, короче, едь. Куда? Ты нашел себя уже Я в тебя этой? не вижу, бля, где ты едешь, сука. Я не могу понять. Ты что, не Так, со едь мной прямо, едешь? прямо едь. А что это у тебя, слышишь, 476? Это что, шо? Бачей, Едь. типа? Рядом с твоим ником. А, это номер твой. А у меня сколько? 303. Тормози, тормози, там сейчас штраф, сука, заработаешь. Вот видишь, там желтенькие на карте. Такое. Да, а, Вот это перед ним все. сотку едь, Все, не я больше. увидел. Я побачил. Все, можешь тулить. Профризивает чуть-чуть. Так, а теперь сейчас не гони, Антон, не гони, не гони. Надо было направо, да. Ща поедем, не проблема. 5-7 минуточек на машинка будет. Так, прямо, прямо. И потом налево, да? А, вот. А, это автосалон, да? Да, это автосалон. Ну, вот сейчас будет налево поворот. Ну, я понял, в город. Не собьешь. Помнишь, где здесь тюнинг был? Слева, Самый конец, по-моему. короче, этой дороги есть, почти. Покрасочная, помнишь, где была раньше? Вторая. Чувак, нет. Реально, я уже забыл. Так, стой, тормози. Пенитенциарная служба. Направо, А. направо, направо, это надо было сейчас направо. Да сейчас мы поедем направо, что ты слышишь? Я увидел уже по карте, релаксуй со мной. Не открывай ворота, потяг заблепыхаю. Давай, я вылажу. Открывай сначала. Кей. Би. Бис, я сказал. Да нет, ты уже можешь не нажимать. Я вышел, это, все. Не, Б я не нажимаю уже, когда... А, все, окей, я понял. Там заглушка стоит. Заглушка у тебя в ухе в левом стоит. Перекрасься в нормальный розовый цвет. Как нормальный уже пацан будешь. Так. Наклейку я убрал. А вы решили в розовый? Ну, чё традицию нарушать? Да не, она тут будет по-голимому смотреться. Да? Ну, ладно. Да, очень. Всё. Ну что ты там так долго выбираешь? Когда мы мне машину купим уже? Тогда мы денег заработаем. Можем тебе АКУ купить? Вообще все равно. Полдесятого вечера я без машины до сих пор. Вон этот. Семчик там какой-то приехал. Давай выходи, я уже соскучился. Нихера себе, 10 тысяч. Кто? Да, уже никто. Я уже выхожу. А, ну все, выходи, да. Ну все, с игры давай тогда, пока, до завтра. Только начали играть, ты уже выходишь. Ну я поехал, да, ты не хочешь? А, сейчас я тебе фару разобью. Так а что, куда мы сейчас? Машину покупать? Да, АКУ поехали, берем. Вот видишь, дверь открытая. Я не понять, что дверь закрыта, не закрывается. Ну потому что эта тачка бэушная, еще и на литовских номерах. Вон машина стоит, стрекая. О, слышишь, Приус полицейский. Ну да. О, все, гля. Новенькая, прям меня ждет, смотри. Вот я такую хотел купить, ее, блядь, купили. Так а ты какую купил? А, не, это другая. Это другая. Что там самое такое по дешевке, дешево и дорого?
Да что ты там делаешь? Да я тебе сейчас скину свои 400 бачей последние. Соотношение цена, ремонт. А куда ты так летишь? Мы ж по Нижьяшу. А чё ты в этот город тулишься? Нам направо, там же была эта точиловная. Там, где складают машины. Складают. Мне неуютно это, понимаешь, ночевать вместе с тобой в машине. Уже темнеет. Блять, я не туда заеду. Ты не туда повернул. Нормально. Вообще не проблема, да? Вообще не проблема. Тяжелые вопросы, это не для меня. Так, подожди, я тебе сейчас скину. Только с проезжей части съедь. Да хер на ней. Тосик. Найти Тосика. На заднем сидении. Слушай, оно так... А как тут убрать этот худ? Есть 300 еще? Есть. Как тут? Нет кнопки худ убрать? Что такое худ? А, ну, эти индикаторы все с экрана. Чтоб тупо голый был экран, я хочу скриншот сделать. А, по-моему, есть. Заедь сюда на паркинг. А, стой, F7 надо нажать. И получится полный. Вот, смотри, нажимаешь F1, там настройки, ники, чат, вот это понял. Интерфейс, оповещение убирается. Бизнес, где интерфейс? Настройки, качество текстуры, HD дороги. Качество текстуры, это у меня средние текстуры стоят. Ничего не понял. Подожди, о, интерфейс. А ну посмотри, я еще есть там? А ты что не в игре? Меня выкинуло, да? Да. Ну все, стой тут. Можешь бежать в свой этот. Ну я понял, я бегу в свой этот. В туда. Ну вот прям да. Ща я как бабахну скриншот, с ума сойдешь. С ума сойдешь. Упал, отжался, сука. Упала в кусты, присела. На куда? На кукан. Боже, тут открытых машин сколько. Я прям дремал, хлебал. У меня когда-то, короче, понял, пошел я медиком работать. Ну, нормально, я чё, да. Подъезжаю туда, короче. Чувак говорит такой. Что тут голый тип делает? Посмотри, там, короче, купишь себе машину. Если деньги останутся, поедем купим этот скин. Какой скин? Ну, чтоб и как я вот это ходил, нормальный, блядь, а не как бомжара вот этого, блядь. А, так. По типу авто. Давай мы сейчас выберем, чтобы не выделываться сильно. Авто. По марке. Нет, и там справа есть от дешевых до дорогих. Ага, все. Так они там по порядку идут. Да я понял, все. Ёт, братанчик. Только не бери АКУ, потому что она вообще не едет, братан. Да, можно по клоцаю. Ну ты клацай, да, клацай. Чувак, я хочу запор. Запор? Ну, не в жизни, а... Дядь, ну он тут тоже вообще не едет. Я хочу, сука, запор. И я его, сука, купил. Какой в натуре? Какой у меня скоцвет будет, сука. Это будет кислота, кислота, а... По-любому мы с тобой не пара. Кислота. Бэкспейс, выход. Вы успешно купили. Тест. И где? Ну, теперь выходи. Ну, вышел. Нажимай F1. И... Нажимай транспорт. Да подожди, тут Лёха Титов ему по морде дал. F1, F1. Транспорт. Количество транспорта. Зас. Потом видишь, там Запорожец, нажимаешь на него, справа вылезет окошко, нажимаешь спаун, понял? Спаун. Понял. А оно... мой родной. А чё я не могу в него сесть? Подходишь его, нажимаешь К сначала, он открывается. К. Потом нажимаешь F, садишься, закрываешь буквой К тоже. Закрыл буквой К. А, стой, надо же интерфейс включить в настройках. Епт. Чай почти. Подожди. А тут нет? Чисто так через таб может выбрать радиозаписи.
Я не знаю. Мне надо дискотека 80-х. Да что одна реклама по радио? Блин, я сейчас зайду в настройки, уберу музыку эту дебильную. Какая Галстена? Мне не надо реклама Галстена. Реклама чего тебе не надо? Ничего мне не надо рекламы. Чего тебе не надо? Дополнительно быстрая загрузка, графика, звук. Я не могу понять. А что она у меня не работает? Ага. Режим воспроизведения. Конечно, случайно. Так. Окей. Братан. Я поехал. Куда ты поехал? Стой, сука. Как вид поменять? Нет, вид поменять чего? С или В, я не помню уже. Так, а ты где там, собака? В, я наручники. С, я не наручники. Ну где? На авто, это, там где любимую тачку купил. А, сейчас я буду. Ты где заспавнился? Здесь. Отлично. Да, что вы на да, своих... Да, ты оценил? Что вы на своих мерсах, вот, дрищи. Кислотная шняга. Вот это по мне. Бенза жрет мало. Просторное заднее сиденье. Имитация девственной природы. Прям как зоопарк Сан-Диего. Окей, мне же надо номера с транзитных поменять. Не, не надо тебе ничего менять, тебе даются там. Где ты там этот чухаешь, а? Да сейчас подъеду. Да ебать, я пока доеду, я умру, ебеня. Куда мы потом? Как фары включить? Потом мы поедем Л. Мы поедем потом к Элу. Элу. Чувак, где ты едешь? Я тебя поеду встречать. Ты меня не найдешь. Я иду по трассе. Не, ну хоть примерно кудой. Да недалеко уже сейчас будет. Вот это ласточка, я балдю. Ты какого цвета? Салатовый. Салатовый. Яркая кислота, мать его. Сейчас я выключу интерфейс. И сделаю прыжки. Я вот на дороге возле этого. Мне уже не интересует. Альт F1. Снимок экрана сделан. Ну что ты, где? Давай я сейчас подъеду, вместе сфоткаюсь. Ну так давай, где ты на дороге? Это я вот, вот здесь вот, где на стоянке сбоку. А ты где? А, вижу, он стоит. Я тебя вообще в натуре не вникаю. А, все, понял. Встань как-то покрасивший в этот. Типа близенько как-то. Я не могу вид отдалить от зепра. Представляешь? Б. Ну так я не могу, реально не могу. О, стой. Давай этот. Давай сейчас выйдем с машин. Отстегнемся, я сказал. Выйдем. А там не надо тоже пристегиваться. Да я понял. Встань вот тут вот так, вот возле меня
Подвинь машину к моей впритык. А че ты фары выключил? Подвинь машину. Сейчас я включу, сейчас. Огнилово, да? Сейчас. Блять, закрой ее, Антон. Я закрыл ее? Вот сейчас, да. А, ну все, пошел в жопу. Сейчас. Да, все. Отлично. Верни тачку. Да сейчас. Как ее там возвращать? Да просто нажимаешь F1, транспорт убрать, и потом нажимаешь спаун. И она прям перед тобой. Я понял. Давай, иди сюда. Сейчас. Так ты представляешь, в чем парадокс? У меня не отдаляется какого-то хрена. Не может этого быть. Ну. О, отлично. Чуть-чуть ближе машиной подай, чуть-чуть. Стоп, выходи. Обойди, чтобы не толкать машины. Возле своей встань, типа. А так как я возле запора своего. Ну, перед фарами, как я стою, ты можешь встать? Макс. Еще. Ко мне так же встань, как я стою рядом. О, а теперь повернись ко мне сюда, лицом. Еще чуть влево. Ты можешь? Ну все, так. А, ну так. Чуть-чуть влево. Бля. Чуть-чуть, а не на, сильно. Вот так вот. А теперь чуть вправо. Ты, блядь, заебал меня нахуй. Понятно. Олень. Ну откуда оно при. Короче, поехали в другое место. А, все, он пропал. Так, все, ставь машину и быстро фоткаемся, я понял. Все, отлично, стой. Стой, все, майна. Туши машину, быстро подбегай и делаем селфи. Делаем селфи. Подходи, как и подходил, что ты боишься? Сука, машина. Да все, фотка. Блядь, что там происходит? Все, я сфоткал. Поехали. Надо открыть. И закрыть. Макс, у тебя наушник отсоединился. Не может быть. А, ну все, тогда не трогай ничего. Куда едем? На работу устраивать спех. Куда? Так, где у нас мэрия? Сейчас я посмотрю. Мафия. А в этом городе вообще мэрия есть, бля? Да ну нафиг этот... этот, Лас-Вегас. Я с него и так дремаю по ночам. То есть не в этом городе, да? Да не хочу я этот. Я на такой крутой машине не должен по таким задрипанным городам ездить. Согласен. Не, я все понимаю, что ты быстрый парень. Я тебе говорил, давай бери другую я машину. Я тебе говорил, что я возьму эту машину. Куда нам? Я проебал, нам сюда. Ты видел мои воззвены? Да. Хочешь себе такие? Да. Ого, блядь, ламба меня нахуй снесла к ебеням. $300 я на твоей. А едь прямо, что ты? Блядь, ты смотри, так я проеду тут метров 50 нормально. Так а ничего, что мы по встречке едем, ты. А, ну в натуре, да. Давай поэтому едь сюда. Господи, даже лежачие полицаи. Ого. Ты видал, что моя ласточка да, умеет? Да, ты. Блять, я заработал штраф только что, Антон. А чё мне ничего не дало? Потому что тебя не развивает машина такой скорости. Да, в смысле? Нет, в смысле, ты сейчас сотку едешь? Я еду 130.
А, ну да. 30 ты едешь. Вот этот чувак едет 120 только по встречке. Давай будем всегда ездить с включенными фарами. Ты только... А ты уродец. Менты на Приусе. Блядь. Как нахуй Приусе? Какие менты, блядь? Те, что на Приусе, менты. Ну, те, что на Приусе. Потому что без Приуса не менты. Чувак в воду упал. А когда ты едешь на машине и падаешь вместе с машиной в воду? Четко вообще. Это то ощущение, когда ты победил в этой схватке. С водой? Да. Ну, вода победила. Ну, ты выиграл. Ну, да. Чтоб такого зачудить. Да сейчас поедем работать. Зарабатывать. Чтоб такого зачудить. Да сейчас работать поедем. Это моя первая машина, как моя первая любовь. Ой, блядь. В натуре проснулся философ. Ух ты ж, Джеронимо. А тут чувак, тут чуваки вообще, ребята. Вот видишь, Макс? Тише едешь, круче выглядишь. Круче выглядишь.